Ой, куёк, извини. Ах ты ж крыс. Я пригвоздил тебя? Эй! Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Куёко, Робби, Нига IP. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем приветики, облетики. Приятного аппетита всем. Сегодня мы играем очень крутую рубрику «Аниматроники пугают охранника». Вы поставили очень много тысяч лайков, поэтому, как и обещали, у нас будет 2 на 2. 2 аниматроника и 2 охранника. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Молодец, Куёко. Сразу видно, не рахит. А я не молодец. Ну я не ожидал. Я же не привык, что их двое, серьезно. Надо, ребята, привыкнуть. Блин, прикольно получилось. Да ну не обзывайся на рахитов рахитами. Блин, да я забыл, что вас двое. Надо привыкнуть. Я закрыл такой, знаешь, смотри, ха-ха-ха, сзади уже монстр Челепиздрикович пришел. Так, это что у нас? Мангл? Поломано. Закрывай, закрывай, закрывай. Так, ну очень медленно лезет, я успею. Чё смотришь? Так, все ближе. Ближе. Так, ну все, я успеваю. Так, аккуратно. Я успеваю вроде. Так, тихо! Стоп! 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 Есть! Блин, ребята, это было очень стрёмно. Ой. Блин, ты что? Я знал, что ты хочешь меня обмануть. Я знал. Я тебя слышу. Да-да, ты издаешь очень прикольные шумы. Атака отбита. Успешно. Так, еще один черепин. Как ты нас убил? А, ты кинул нам скример. Сейчас пройдет, сейчас пройдет. Потому что Киока. Киока, есть кто-то? Давай камеры поклацаем. Давай главных залов включим. Так, давай будем че. Ах ты, блин! Да ты осторожно, Серега, ты че так балуешься? Ты хочешь, чтобы у меня сердце с жопы вылетело? Опять на меня Киоко посмотрел. Так, Куёко, ну не смотри на этого монстра ужасного. Вижу, 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 Фокси ходит. Так, я видел его светящий клык. Бегает, бегает там. Эй, я успею. Отлично. Блин, я успел, я успел. Так, Серега, сколько там время? Время? Час ночи. А у меня не отображаются часы. А, кто нажимает, того и отображается, да? Энергия у нас еще третья часть. Чуть больше половины. Ё-моё, я не успел! Но я запомнил, я так переживал, когда его увидел, я немножко не успел. Да блин, я не ожидал. Да ты стрёмный какой-то, особенно когда вот в темноте в коридоре ты бежишь вдалеке. Очень стрёмно. Так. Ну, это было неплохо. Раз поймал уже. Да-да-да, кстати, надо взять мне другое оружие, Underhell. Здесь фонарик получше. Вижу еще одного аниматроника. Вижу, вижу. Куёко, смотри, он сейчас с твоей стороны придет. Фонариком слечу. Слечу. Он к тебе пошел, Куёко. Жди, жди, жди его. Есть, я слышал. Есть, я успел, я успел. Блин, аж подлагала немножко игра, я так запереживал. Так, энергия кончается. Отлично. Так. Так, Куёко, все хорошо. Экономим энергию до последнего. Интересно, у нас закончится ночь это или нет? Серега, сколько время? 2 часа. Да? Да. Эй, у нас как раз середина энергии. Даже меньше. Смотрит на меня такой. Кто там? Смешно. А ты посмотри в окошко. О, привет. Серега пошел, Серега пошел. Блин, да вы пугаете нас, я не понимаю, что происходит. Там кто-то в стральниках. Вижу, вижу, вижу. Вот, ушел.
вижу, здесь стоит челепиздрик. Серега. О, господи. А, я ему луплю живот. Да блин, топором мне реально зарубить аниматроника. Это очень сложно. Вы меня двери чуть не убили, вы мне полку снесли. Да? Да? Блин, ну медленно. Снимается жизнь. Этой двери вы можете убить меня. Ладно, прошляпил. Молодец. Да ну блин, ну ёлка, ну... Ты пухнул, что я. Говорится, живым не дам все. Ты отключи фонарик, уёка, ты что? Что это было? Тебя сам это Куёка убил. Ну Куёка, ну не убивай меня больше. Ну постоянно. Да что ж я умираю? Серега, это ты меня убиваешь, говоришь, Куёка. А как ты это делаешь? Ты просто прицеливаешься, да? Ой. Нет, вот я это Куёка возродился, а ты умер. Ты на спауне, короче. Нельзя так стоять. Понял, только я что, умер от твоего никнейма, я видел. Ну да, ты умер, потому что я сзади тебя. Вижу, 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 спринтра прилез. Эй, ты что тут делаешь? Ползу, заниматься спортом. Хорошо, понял, 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 ползай. У Йоко внимательно смотри, энергия кончается. Эй, у нас же энергия кончится. А что, если у нас кончится энергия, и мы не успеем? Да, блин. Да мы и так уже проиграли. А как мы его прозевали, Куёка? Ты что, не видел его? Он закрыл дверь, пол хп мне снес. Да ну Куёка такой быстрый. Залебал. А я еще, знаешь, Дима, я так медленно иду, маленький я. Я смотрел, тут все видно должно быть, все. Что это? А то я успел, я просто успел, как всегда в последний момент. Слышишь? Бежит! Закрывай! Я блин! Я с собой пожертвовал! Молодец, Куёка, пожертвовал своей жизнью. Тут и рыгают. Ты рыгачка. Куёка, мы с тобой профессионалы, да? Холодно, посмотри, кто там был. Дима, ты что, не помнишь этого аниматроника? Который пердит? Ну ты посмотри влево. Ну я уже забыл, как его зовут. А ты забыл, что я люблю им делать? Ну, зараза, Серега, ну пожалуйста, не убивай. Ты убил своего. Извини, обстоятельства, Friendly Fire. Ого, у нас энергия скоро. А, у нас даже ниже стола энергия. Ниже плинтуса. Ну-ка, я вам сюрприз устрою. Так, че фонарик поздно включается с опоздания? Кого же взять? Что? Слышал? Слышал. Вижу, вижу, вижу. Я успел закрыть, а я хитрый. У меня кнопка не надо. Ты перепутал. Профессионал. Он перепутал кнопку, Дима. А он свет включил вместо двери. Куёка, блин, на следующий раз буду всегда тебя брать с собой. Так, открываем. Нет, только что кого... Нет, никого не видел. Кто-то что-то взял очень хорошее. Я видел только что кого-то. Я вижу. Да? Ха-ха-ха, я сразу закрыл дверь, я знаю. Закрывай, он бежит. А? Ты что, мы держимся? Ну они нас сливают хорошо. Нет, не пропущу. Да ну блин, красиво обманул, но этот аниматроник очень быстрый. Он реально быстрейший просто. Это просто лють. Кто? Да ну, Куёко! А у нас света нет. У нас нет света?
А что мы будем выживать как? Ай, по пиццерии убегай! Я знаю куда! Я знаю, куда надо взять ключи, короче, открыть двери. Все, аниматроники переходят. Офигеть! Хорошая двери. Выживалка, мне нравится, Серега, хорошая. Так. Ой, куёка, извини. Ах, ты скрылся. Я пригвоздил тебя? Эй, Серега! Давай. Добей его. Извини, Флагин. А. Извини, ну это обстоятельства. Так, ждем. Серега, нет, ты выходи. Отлично. Поймал. Я энергию включил, да? Нет. Нет? Есть! Я же пригвоздил! Дима, я взял мою электрощиту. Я все, энергия заработала. Отлично, куёка. Я пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти наши жизни. Гениально. Это было очень тупо. 5 часов. Так мы слились и так. Ну тут непонятно. Закрывай, куёка, закрывай. Закрывай двери, все, мы еще будем взорвать пиццерию. Мы не дадим им ничего. Мы должны эту пиццерию взорвать, так как здесь очень опасно аниматроники обитают. Ах ты тварь. Дима, говори взорвать. Я знал, что Серега не даст мне ее взорвать, поэтому я быстренько ее взорвал. Блин, ну пацаны, эта серия, где нас щемили очень сильно. Особенно Нига Ипи очень красиво нас обманывал. Как говорится в народе, хитрожопый. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и после мои ролики. Еще.